Добрый день. Сегодня 14 июня 2022 года. Говорит и показывает Хариш. Мы вас приветствуем на канале компании Кахаус. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь к нам на канал, ставьте пальчик кверху. Сейчас мы с вами пойдем смотреть пятикомнатную квартиру с правом достройки последнего этажа. В квартире есть как балкон, бетахон, личная стоянка. Уже тут есть кухня. Есть у нас такие квартиры, где кухня еще не поставлена. Тут в этой квартире поставлена кухня, и за это можно ее посмотреть. Квартира также это идет с видом. Цены мы не озвучиваем, как я уже говорил в предыдущих видео, потому что с января этого года у нас квартиры подорожали на 300-400 шекелей. Но в нашем агентстве цены все равно ниже, чем у других. Вы можете к нам позвонить и убедиться в этом. Давайте зайдемте посмотрим пятикомнатную квартиру. Значит, вот мы заходим в квартиру. Тут мы видим стандартная кухня. Новая, но стандартная. То есть тут есть место и под холодильник, под стиральную машину или посудомоечную машину. И газ тут с плитой вместе. Также есть тут верхние ящики. Также тут отдельная комната родителей при входе. Тут место под шкаф. Вот такая хорошая, большая, просторная квартира. Комната, точнее. Тут мы видим душевая комната. Вот тут из окна шикарный вид. То есть у вас нету как такового дома перед собой, то есть, и вот видите, красивым видом. На втором этаже, если подняться, там мы не можем попасть туда, там закрыто. А так, на второй этаж, если подняться, то у вас вообще будет вот такой прекрасный вид. Вот как из балкона, опять же, так вид со всех комнат. Как я уже сказал, что уже получила право на достройку второго этажа, и купив эту квартиру, вы можете сразу начинать достраивать. И у вас получится тогда или двухэтажная квартира, или можно сделать две отдельные квартиры. Дальше это у нас ванная комната. Вот тут есть место под это, под мозган уже проводка. То есть надо поставить только мозганы, и вы можете въезжать в эту квартиру. Это технический балкон. Вот еще одна спальня, то есть опять же, как мы видим, тут есть все розетки, как под телевизор, под телефон, то есть все тут есть. И еще одна комната, также вот из нее хороший вид. Это пятикомнатная квартира, как я говорил, и комната бетахон. Тоже из нее очень хороший вид на лес. Вот, кому понравилась эта квартира, или до этого мы ставили видео четырехкомнатной квартиры, пожалуйста, к нам обращайтесь. Наш телефон 053-53-26563, компания Кахаус. Также оформляем ипотеку. Мы работаем с компанией, которая и оформляет очень быстро и хорошо делает ипотеку. Пожалуйста, опять же, также можете к нам обратиться. Телефон 053-53-26563. До скорой встречи. До свидания.